Оригинальное трио в Центре современного искусства имени Архипа Куинджа «Аншлаг». Открылась совместная выставка работ трех мариупольских художников – Александра Малаховского, Павла Пономаренко и Эдуарда Шимкив. Увидели в нем родственную душу. Он большой мастер в тонком изображении сюрреализма. Говорят про своего коллегу Александр и Павел. Сам же мариупольский художник Эдуард Шимкив скромничает. Он уверен, что только пробует себя в этом направлении. Традиционно сюрреализм, попытки сюрреализма и пейзаж, традиционный украинский пейзаж. Западная Украина, окрестности Мариуполя. Авангард и тоже пейзажи. Художник Павел Пономаренко, сам того не подозревая, создал теперь уже исторический пейзаж. Зимний пейзаж здесь присутствующий. Это лестница в парке Велипорского до ремонта. Сейчас благодаря Мединвесту ее отремонтировали. Сейчас она выглядит немножко по-другому. Но можно сказать, историческая картина. Интерес у посетителей выставки вызвала работа Александра Малаховского под названием «Три жены». Если посмотреть, то слева это жена Модельяни, Жанна Бутерн. Справа это жена Пабло Пикассо, это Жаклин Рок. Ну, в середине это моя жена Наталья Малаховская. Мне хотелось как бы сделать контраст, как художники раньше пытались выявить душу своих жен, что ли, и красоту передать. Такие работы встречаются нечасто, говорят посетители. А коллеги по творчеству называют выставку трех художников необычной и завораживающей. Ну вот работы Шимкива весьма-весьма на высоком уровне. Вот. А Саша и Паша, ну я их давно знаю, они выставлялись еще в Артлюксе, я помню, когда их первая выставка была. Вот. Я рад, что они над собой растут.